Отже, я вже рада вітати в нашій студії наш хронковий гост Ігор Зосимов, голова клубу ножового бою «Guys with Knives» та майстер спорту з фріфайту, і Ілля Зелінський, керівник громадського формування «Бузький гард», також учасник бойових дій та голова спілки військових добровольців. Сьогодні завітали до нас у студію, і сьогодні нам будуть розказувати про те, як можна навіть просто звичайною ручкою захистити себе від нападників. Доброго ранку вам. Вітаю в нашій ранковій студії. Отже, був, пам'ятаємо, тренінг «Безпека та відповідальність», і вже не вперше проводили, також набирали і жіночу групу. І сьогодні хотіли б, напевно, більше відпрацювати в ефірі, також показати саме прийоми самооборони, як нам захищатися, тому що, ну, на жаль, бувають випадки, бачимо в новинах, чуємо, що відбувається на вулиці, що інколи страшно і пройти, особливо ввечері самій. Тому, я думаю, варто всім знати про методи, прийоми, як себе захистити на вулиці, не боятися ввечері і повертатися додому. Отже, давайте розказувати, напевне, нагадаємо взагалі, що таке самозахист і до яких саме, щоб самозахист не перейшов у те, що нас потім можуть навіть і за це посадити. Ну, в первую очередь, я бы хотел сказать, что самооборона – это, скорее всего, комплекс мероприятий, да, и в первую очередь самым лучшим и самым эффективным способом самообороны это является ваша голова, здравая, здоровая на плечах, да, потому что, как говорится, что самая лучшая драка – это та, которая не состоялась. Ну, мы сейчас говорим, да, о женской самообороне больше, то есть хотелось бы такой момент отметить, что женщины, да, более импульсивные, более эмоциональные существа, как бы, и в этом плане им самообороны приходится иногда сложно. Вот. Принятие решений может быть неадекватным иногда, вот. Но это может быть и плюсом, кстати. Ну, я знаю, что можно разгубиться просто в какой-то ситуации. Даже если добре, дуже добре знати прийоми, все равно можно разгубиться. Совершенно верно. Поэтому необходима специфическая тренировка, специфические тренинги, ситуационные, в которых будут разыграны какие-то ситуации, в которых вы будете прорабатывать те или иные ситуации. Вот. Ну, в силу того, что ситуация великое множество, да, мы не можем подготовиться к ним вот, ко всем одновременно сразу. Поэтому какие-то базовые навыки, техники вы должны иметь. Причем, учитывая то, что, допустим, степени опасности для нас могут быть разные, да, допустим, там, от какого-то невзрачного мужичка, который там, после 50 грамм водки уверовал в то, что он супермен и суперматч, и решает с вами что-то там станцевать на остановке, к примеру, да, то это один способ там, решения вопроса. Если это какой-то более серьезный мужчина, который намерение имеет совсем нехорошее, то это совсем другой способ решения вопроса. Вот. Момент такой, что почему вы там, в позднее время оказались где-то там, в ненужном месте, почему вы именно вот там и сейчас. Да? Вот. Есть такой момент, если не ошибаюсь, световой код Купера, да, когда мы разбиваем, грубо говоря, там всю нашу жизнедеятельность, наше перемещение там, по цветовым зонам, грубо говоря, по зонам там, потенциальной опасности. Да? То есть, если мы там находимся дома, там это там, допустим, белый цвет, все спокойно, все хорошо, все классно. Да? Мы там выходим уже где-нибудь там, в подъезд, выходим там, на дорогу, там уже на улице, но если это там желтый цвет, да, мы более внимательные, более там алертны, скажем так. Вот. Мы контролируем то, что вокруг нас происходит. Мы там не идем через какой-то там, там бар с неадекватными людьми, мы не проходим мимо какой-то там ситуации, где происходит какая-то там драка какая-то или выяснение отношений, потому что мы можем стать потенциальными участниками этого конфликта. Вот. То есть мы стараемся всего этого избежать. Мы, естественно, мы не супергерои, мы со всеми не справимся, поэтому лучше избежать конфликта. Если есть такая возможность, убежать, обойти, избежать. Ну, я так розумію, якщо ви знаєте, що там проходити варто, да, там навіть цей бар, якщо у нас дорога йде, то краще все ж для себе ще прораховувати на вечір якусь іншу дорогу, яка більш... Естественно, естественно. Маршрути, ну, желательно, понятное дело, що, допустим, да, в нашому місті, ну, може бути такий момент, що ми не можемо вот, обойти це, да, то, естественно, ми цю зону вже пересекати можна швидше, увереннее, і дабы ми це швидше мінували. Вот. Но лучше всего, я же говорю, какие-то альтернативные маршруты для себя иметь. Вот. Но коль ситуация сложилась так, что вам все-таки приходится вступать в какой-то конфликт, то я же говорю, как бы самое лучшее средство обороны – это ваша голова. Как может быть стать в прямом, так и в переносном. Наоборот, в переносном, да, совершенно верно. Вот.
По поводу ситуации и потенциальных ваших противников, да, которые могут быть, то, что я говорил, все зависит от правильной оценки угрозы. Понятное дело, что это может быть скорее всего, стрессовая ситуация, да, в которой вы можете повести себя там как-то неадекватно. Вот. Но опять же, для того, чтобы этого не произошло, нужно тренироваться. Тренироваться. Скільки тренувань має бути от по часу загалом, можливо, щоб відпрацювати вже настільки точно, що. Смотрите, знаєте, по поводу тренировок здесь. Я считаю, чем больше, тем лучше. Вот чем больше, тем лучше. И тренировки должны быть разноплановые, в каком понимании. То, что я говорил, допустим, да, нашей там системе самообороны, грубо говоря, она там должна быть эшелонированная. То есть, если, допустим, одному человеку достаточно там попасть локтем в челюсть, да, и этому ему хватит, то есть его агрессия будет пресечена, то другому человеку этого может не хватить. Всего того, что, допустим, мы сейчас говорим о девушках, да, не хватает либо силы, либо просто человек находится в каком-то там состоянии наркотическом или алкогольном опьянении, да, и для него это, возможно, будет неэффективно. Соответственно, нужно уже прибавить какой-то более серьезной там системе соборной. Для этого можем взять что-то в руки. Это может быть, тот же баллончик, ручка, ключи. Пистолет, якщо є. Пістолет, да. Спецзасіб, травматична зброя. Це дозволено з собою в сумочці носити. Взагалі треба відходити від того, щоб все було в сумочці, тому що ви уявляєте, якщо ви попадете в якусь стресову ситуацію, сумочка перетвориться на зайвий стрес, тому треба. А ви знаєте, взагалі бути сумкою. Ну так, в такому випадку краще сумкою на отмаш, там крикнути щось гучне, те, що зіб'є з пантелику. По поводу крика, Илья очень правильно заметил о том, что крик очень важен для, опять же, кричать тоже нужно учиться, да, вот мы все в каких-то там социальных рамках, да, и для нас, вот если я закричу, что бы мне подумают, как я буду выглядеть, я же не истеричка, а вроде истеричка, нет, я крикну, не крикну, и вот это вот ваше сомнение, пока вы об этом думаете, уже ситуация происходит, то есть уже с вами все произойдет. Кричать нужно громко, сильно, так, чтобы вас услышали. Если вы не одни на улице, да, если какая-то ситуация уже происходит, если вам нужна помощь, вы должны об этом обращаться, не стесняться обращаться. Вот. Если никого рядом нет, и вы спасаетесь, там, грубо говоря, бегством, то это какие-то освещенные места, места массовых скоплений людей. Если это опорный пункт полиции, либо отделение, туда. Вот. Места, магазины, в которых есть охрана, туда, заправки, туда. Везде, где может быть тревожная кнопка охраны, туда. То есть там, где вы можете потенциально получить какую-то помощь. Але бачимо сюжети також, коли дівчатам не часто допомагають, навіть якщо кричати, що повз люди приходять. Що треба робити? Треба завлікати у ситуацію. Uh-huh. Тобто, наприклад, умовно, ви опинилися в якійсь ситуації, Ігор, там нападник на вас, я просто перехожу, ви мене завлікаєте. Кажіть, звертайтеся як завгодно, скажіть, в мене тут проблема якась, людина чіпляється, це нічого страшного, просто хтось йде мимо, він, може це якийсь побутовий у вас конфлікт, або там ви, там, не знаю. Тобто так і кажуть, я не знайома з ним, допоможіть мені, він щось від мене хоче. Ну і людина, вона в принципі навіть перехожа, якщо буде, вона буде вовлікатися якось в ситуацію. Головне все робити емоційно, Адресное обращение, совершенно верно. То есть вы должны обращаться к человеку, именно вот вы конкретно, вы мужчина, вот помогите мне. Вот. То есть даже если это мужчина, скажем так, проигнорирует, то все равно вы выиграете какое-то время для того, чтобы ваш оппонент поймет, что вы не одни. То есть, возможно, так. Принаймні він відволікатись почне. Да. Вот. По поводу маршрутов мы проговорили и по поводу эшелонированной нашей обороны, то, что я говорил, да, то есть тренировки должны быть комплексные, вы должны учиться применять приемы, допустим, рукопашного боя, какие-то навыки базовые тоже должны иметь. Опять же, то, что я говорил, там, ручки, ключи, там, чем угодно, вы должны тренироваться с тем, чем вы будете потенциально работать и то, что вы будете применять в качестве предмета самообороны. Не прихайте. На самом деле ручка, особенно если это специальная ручка, тактическая какая-то, которая предназначена для того, чтобы бить людей, скажем так. И помимо этого. У меня, как у журналистки, она предназначена для того, чтобы писать. Ничего страшного, можно приобрести тактическую ручку, тактический журналист.
Да, то есть вы должны постоянно тренироваться с тем, с чем вы будете защищаться. Если это даже баллончик, вот у нас многие, да, там девушки там приводят, я купила баллончик. Но, в сумке, да, он в сумке где-то валяется, она даже не тренируется его извлекать. Вот, потому что на самом деле момент извлечения оружия, применения, это очень важно, да, в какой ситуации вы будете его применять, как вы будете извлекать. Опять же, в момент стресса наша мелкая моторика, она плохо работает очень. Вот, поэтому и будет получаться только то, что тренировано, то, что вы учили, то, что у вас уже находится на уровне навыка. Вот. Способ ношения в сумочке, ну, он не самый хороший на самом деле. Илья очень правильно сказал, что пока вы найдете в сумочке свой спасительный инструмент, то пройдет очень много времени. Ні, ну хтось може і зорієнтується під стресом, ну, але я вгадаю, я думаю, що це далеко сумочка. Не всі. Це завжди по-різному, вот така. Так, ну давайте, у нас залишається не так багато часу, можна багато говорити теорії, але давайте все ж практики, тому що я хочу відбиватися, я готова. Ну, на самом що деле, робити? Обиватися не прийдеться, давайте проработаємо просто базові навики, не навики, а базові дії із мануальних. Там, это, я не буду оригінальним, це всього лише буде там, удар локтем в челюсті, саме... Легка, самая эффективная. Это я буду, чи вы мене? Я вам покажу, а потом вы на мне попробуйте немножечко, чуть-чуть. Так, вы запамятовываете, дивіться. Да. То есть, как правило, ситуация, да, у нас происходит, если конфликт, это уже нарушение нашей там личной зоны, там, зоны личного пространства, да. То есть, как правило, там начинается девушка, а давайте потанцуем, а давайте еще что-то, там какие-то прикосновения. То есть, естественно, у вас какая позиция? Вы не будете стоять там по стойке смирно, да? Вы мужчина, не подходите, пожалуйста, не надо. И в этот момент, опять же, нужно быть немножко актрисой и сделать очень испуганный вид о том, что вот все, я все, мужчина, конечно, не подходите, не надо ко мне подходить, вот ручки у вас здесь высоко. И в этот момент ваша задача ставить локоток четко вот сюда вот в челюсть, подбородок. И, возможно, даже не раз. Да. Кричати при цьому. Да. А ще й кричати, відчепись від мене. Совершенно верно. Ви можете кричати, ви можете вирішити що угодно, але для того, щоб у человека должен бути диссонанс, да, то есть з вашими действиями, да, і з тим, що ви там кричите. Там, ви вроде би испугались, но в той же момент ви із жертви ви превращаєтесь в агресора. І от розрив шаблона грає дуже хорошу роль в тому плані, щоб человека обескуражити, і человек прийшов в ступор, грубо говоря. Щоб он почав думати. Не ви задумувались о том, що происходит, а он почему? Я ж вроде був. Сейчас матчу, я вот уже был здесь, уже вроде танцевали. Так, уже давайте не будем отвлекаться от камер, да. Но в тот же момент, я же говорю, ваш удар локтем, а возможно не один, может сработать очень хорошую. Мені вже страшно стало. До цього можете здивувати його, не знаю. А бити куди треба? Вот сюда, четко в челюсть, да. Подбородок. В подбородок. Если возможность, ну, есть, если вы, допустим, рост как раз сопоставим, допустим, да, вы можете попасть еще и в висок. Очень хорошая штука. А что он выше? Как дистати? Если он выше, ваша задача основанием ладошки попасть. Если человек значительно вас выше, основанием ладошки попасть в нос. Тоже очень хорошая штука, когда вы работаете. Женщинам бить кулаком, в принципе, противопоказано, потому что это специфический навык травмировать руку очень легко, вы больше сами ударитесь, нежели. Но у нас есть всегда основание ладони, да, которое, ну, грубо говоря. Остя. Бачите? Да, основание так, ладони. Бити. Есть локоть, который сплошная косточка, грубо говоря, вы не бьете там суставом, бьете конкретно косточкой, вот этим местом попадаете в подбородок. Да. И ваши действия должны происходить до тех пор, пока вы не поймете, что уже вот уже все, ваша, ну, агрессия пресечена, как бы никаких поползновений в вашу сторону нет. То есть, если вы применяете, грубо говоря, мануальные техники, да, когда вы начинаете работать с локтей, это может быть ваша превентивная техника для того, чтобы извлечь какое-то свое там, более серьезное оружие. Да? То есть, если вы там, применяете, грубо говоря, там, может быть, баллончик есть. Баллончик применять на близкой дистанции, естественно, нельзя. Вам нужно разорвать дистанцию, правильно? Поэтому для того, чтобы разорвать дистанцию, вам нужно щечка сначала расслабить, да, локтем в челюсть, дистанцию разорвать и отработать баллоном в лицо. И тикати. И тикати. И пихти. И тикати. Або плюнути в обличчя. Тут уже те, що він не очікує, так? Совершенно верно. Він підходить до вас, матча таки, ви йому плюнули в обличчя, розорвали дистанцію, запшикали з балоном. І він же не розуміє, що трапилось, чому я матча, а вони плюнули. Якщо раптом у мене з'явилася ручка так, ну, випадково в руках там десь була, як нею можна? Захиститись, бо ви кажете, що вона ручка очень серйозний інструмент на самом деле, да, і один із, скажем так, гуру ножового боя нашого, наш там інструктор Олександр Воробей, це Blade Brothers, клуб ножового боя. У нього була ситуація, він на тренінгу розказував.
в аеропорту конфлікт, і при помощі обыкновенной шарикової ручки конфлікт був улажен, грубо говоря, з превосходящим числом противников. Хороший тычок, точное солнечное сплетение, и человек сдулся, как воздушный шарик. Вот. Но, опять же, человек тренирован, человек имеет специфический навык использования подобных предметов. Вот. И если вы, опять же, собираетесь применять в качестве оружия, я повторюсь, тренировка, тренировка, еще раз тренировка. Вот. Ручка – очень хороший момент для нанесения удара. Солнечное сплетение, лицо, шею, мышцы. Можно работать прямым хватом, можно работать обратным хватом. Страшно стоит. Да. Опять же, это не должно быть одиночное действие. Да? Если, ну, грубо говоря, если у вас есть определенный навык, да, и вы знаете, как, куда и сколько бить, это один момент. Вы четко контролируете, потому что понимаете ситуацию, понимаете, что происходит. Если ситуация такова, что вы не тренированы, но у вас хоть что-то есть, ви телефон просто записували, да. Наче цього потенційного. Да. То есть ситуація така, що ви работаете до тех пор, пока агресія не буде пресечена. Прямим хватом, сонячне сплетение, шея, лицо. Лицо не важно куди. Понятное дело, що как бы некоторые говорят, попасть ручкой в глаз. Ну, опять же, там коллеги проводили тест. Человек присел 20 раз отжался, и после этого он попытался попасть ручкой в импровизированно нарисованный глаз, никуда он ничем не попал. Вот. Поэтому работать лицо, шея, лицо. На жаль, не встигаємо все розібрати, всі прийоми, але все ж більшість ви вже знаєте. Тепер дякую. Знаєте, як себе захистити? Швиденько. Тренінг «Безпека та відповідальність». Коли найближчий час? Найближчий час – це буде вже в наступному році. Ми обов'язково будемо анонсувати. Це будуть дуже масштабні заходи, на які всіх будемо запрошувати. Так, тому обов'язково долучайтеся, будете знати більше про самозахист, про самооборону, як не перейти межі.